Уэйтс, это Рипли. Что у вас там с андроидами? Я не знаю. А что за новый уровень угрозы? Да не знаю я. Пытаюсь выйти на связь с вашим Сэмюэлсом. Может, он в курсе, что затевает Аполло.
второй башни Соломон, вы найдете все, чтобы почувствовать себя как дома. К вашим услугам, галерея Соломон, большой торговый центр, в котором население и гости станции могут приобрести все необходимое. За порядком круглосуточно следят офицеры службы безопасности. Жилье вас обеспечивает компания «Джозани Сик Эстейт», названная в честь основателя корпорации «Сиксон». Рабочим и их семьям предлагаются комфортабельные квартиры, а те, кто приехал по делам бизнеса, могут остановиться в номерах люкс. Вы что, шутки шутите? Никого. Какая безответственность? В чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Они уже не просто атакуют нарушителей, они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. В каком смысле? Погодите. В компании «Сиксон» вас ждут блестящие карьерные возможности. Вливайтесь в нашу дружную семью. «Сиксон» – вместе светлому будущему.
На рабочих андроидов можно положиться. Они всегда рядом, всегда трудятся на нашем плане. Наши андроиды просты. Они лишены эмоций и сходства с настоящими людьми. Они просто обеспечивают вам возможность спокойно жить, не беспокоясь о житейских мелочах. Они гениальны, просты и просто гениальны. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Уэйтс? Ах, вы ублюдки, кровожадные ублюдки! Не смейте их трогать! А ну, валите! Мы все гордимся. Прекратите истерику. Красавцы! Не дергайтесь. Уэйтс! Уэйтс! Внимание! Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. После того, как эта хреновина вылезла из Фостер. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты надрался до беспамятства и наговорил много лишнего. Ты знаешь, как они на тебя смотрели? Я тебя утащил, и больше нам там появляться нельзя. Никто не должен знать, что мы с Анисидорой. Вернусь, когда проспишься. Я
флагостанции Севастополь.
Я в лагере у торгового центра уже около суток. Люди напуганы, но все еще верят, что Уэйт сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Они вообще забылись. Отбирают друг у друга еду и воду. Я не могу здесь оставаться.
Погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполло. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет. Нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Сюда воспрещен. Я вас видел. Давайте поговорим. И куда вы подевались? Из-за вас я зря трачу время компании. Наверняка это просто ошибка. Давайте поговорим. Выходите. Из-за вас я зря трачу время компании. Никого. Пустая трата времени. Пойдемте со мной.
благодаря нам, рядом с вами всегда кто-то есть. Кто-то готовый помочь в любой момент. Прибывших на станцию представителей компании просим обратиться к ближайшему андроиду. Если мои услуги не отвечают стандартам компании Sixon, подайте жалобу. Странно. Что вы здесь делаете? Я хочу помочь. Вы можете передать нам отзывы и предложения, заполнив анкету. Thank you.
приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Слышу. Вижу какую-то активность на терминалах в лаборатории андроидов, на самом верху. Рипли, Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов? Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Просила отчитаться о том, что произошло с тросом, когда мы крепили груз руды. Отчитываюсь. Тут все держится на честном слове. Казалось бы, ради миллионов тонн руды заказчик мог бы прислать сюда кого-нибудь поинтересоваться, не нужно ли нам чего. Если хотите, чтобы в следующий раз мы вылетели вовремя, на месяц ставьте Нострома в ремонтный док и платите нам все как положено. Баркер, отбой. Сработала сигнализация. Лифты заблокированы.
У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ютани. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. Thank you.
Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Говорит Рэнсом, официальный представитель компании Сиксон. Сегодня утром я обнаружил у себя в квартире андроида, а когда спросил его, как это понимать, он на меня набросился. Мне пришлось бежать из собственной квартиры. Я требую немедленно отправить ваших самых вменяемых техников к ядру Аполло. Пусть разберутся, что происходит, и сообщат мне. Thank you.
угроза. Уровень Омега. Благодарю. Я сообщу, куда следует. Рассказать вам о матери. Помните на Севастополе. Несанкционированное проникновение. Не бегите. Вы можете ушибиться. Вы себя покалечите. Доступ к Аполлу. Немедленно включить транзитную линию. Транзитная линия Аполлу только для сотрудников компании Сиксон и андроидов. Ясно. Значит, придется говорить с Аполлом напрямую.
Биологическая угроза уровень Омега. Все разрешения отозваны. У меня нет на это времени. Без записи нельзя. Сиксон, без записи нельзя.
Из них есть пропуск. Андроид Вейланд Ютани. Попытка несанкционированного доступа. Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Лифт спускается в центр подготовки андроидов. Все сломано. Класс. Что там, Рипли? Ничего нового. Просто на этой станции, куда ни плюнь, все неисправно.
Спрединг из сервисного центра для андроидов. На станции имеет место случай нападения андроидов на людей. Сюда только что обратился андроид с травмой головы. И при этом он был весь в крови. В красной. Человеческой. Я сообщил в службу безопасности. Отправил секретаршу в безопасное место и теперь иду к транзитной линии. Заставлю какого-нибудь андроида обратиться к Аполло. Может, чертов компьютер знает, что тут творится.
есть загвоздка. Выйти на систему безопасности Аполло может только андроид Сиксон. Послушайте, чтобы связаться с Аполло, мне придется пойти на крайние меры. Воспользуюсь камерой реформатирования. Другого пути нет. Я отключил кое-где питание, чтобы хватило мощности. Это слишком опасно. Да, я тоже думаю, что чересчур. Ну, поехали. Сэмюэлс, не надо! Внимание! Идет соединение с Аполло. Аполло. Чужеродное существо устранено. На станции его больше нет. Людям ничто не угрожает. Требую отменить карантин. Неавторизованное соединение. Рипли, Аполло не принимает меня. Похоже, у нас проблемы. Сэмюэлс! Аполло не дает мне подключиться! Нет, Аманда! Вы должны отключить все системы вручную! Скорее! Господи, я попробую! Стойте! Отключайте по порядку, иначе произойдет критическая ошибка. Минуту, я посмотрю схему. Сначала красный кабель. Так, сначала красный. Человеческому персоналу покинуть помещение. Это не учебная тревога. 25% мощности. 50% мощности. Уровень энергии выше допустимых параметров. 75% мощности. Красный есть. Следующий синий. Вы его видите? Есть. Синий отсоединен. Что теперь? Не могу открыть схему. Аполло пытается мне помешать. Следующий, скорее. Что? Рипли. Нашла. Осталось еще два. Ищите снятую панель пола. Рядом должен быть выключенный андроид. Есть, нашла! И еще. Теперь последний, Рипли. Рикардо, если слышишь, отвечай. Да-да, слышу, прости. Сэмюэлс погиб. Черт. Он открыл мне транзит Капола.
Я иду туда и намерена заставить Аполло снять карантин. Наткнулся на запись одного интервью. Ты должна это услышать. Включай. Значит, вы Марли? Да. Я Тейлор, представитель Бэйн энд Ньютони. И, видимо, шишка покрупнее, чем та девица, которую мама ищет. Рипли, не трогайте. Она просто хочет успокоить сердце. Я же защищаю интересы компании. А я хочу выйти из гребаной камеры. Может, договоримся? Может. Вы, надеюсь, в курсе, что наш разговор пишут? Ну да. Вон, красный огонек. Мне нужны координаты планетоида, на котором вы нашли инопланетный корабль, и вся имеющаяся у вас информация о существе. Я готов дать тебе все это и вывести тебя со станции. Только выпусти меня. Пожалуй, меня устроят ваши условия. В чем дело? Тейлор! Тейлор, открой камеру! Немедленно! Выпусти меня! Я слышала.
Аполло открыт. Пункт назначения ядро Аполло. Это Спеттинг. Попытался выяснить у Аполло, от чего андроиды сходят с ума. Но там полная неразбериха. Система изменила основные задачи андроидов. Мы ведь отправили их на техосмотр перед сделкой. Так они просто встали и ушли. Везде разлит хладагент, произошла утечка газа, главный лифт отключен. Я отправил запрос в поддержку, но я 45-й в очереди. На станции все сейчас подчинено какому-то противодействию угрозе. Теперь попытаюсь отсюда спуститься. Закрыт. Там должна быть схема. От рекламных туров осталось. Посмотри, нет ли другого входа. Так. Я нашла кабель, который ведет к ядру Аполло. Это мне поможет. А ты пролезешь? Отключаем электричество. Вдох-выдох и полезла. Спокойно. Если застрянешь, я тебя вытаскивать не буду. Кабель под напряжением. Ты с ним прямо так обниматься будешь? Сначала надо питание отключить.